Убытками и злом. Изнанка политики. Фальшивые новости. Хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам в 18.15 в программе «Подоплёка» на радио «Болтком». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в программе «Подоплёка» тема таможни. Очень много изменений и в связи с Брекситом, и в связи с новыми европейскими правилами, касающимися посылок из третьих стран. А поскольку мы сейчас все очень стали большими приверженцами покупок через интернет, волей или неволей, то множество людей, можно так сказать, буквально каждого, эти правила затрагивают. И, к сожалению, эти правила не в пользу нас как потребителей, а в пользу государств, которые стремятся собрать с нас деньги вот теперь уже и на этих покупках. И прокомментирует сегодня эту ситуацию наш гость, эксперт по логистике с, наверное, уже 30-летним стажем. Это Георгий Николаевич Монокандилос. Добрый день. Здравствуйте. Руководитель компании А&А Логистик, ну, одной из серьезнейших наших компаний, которая имеет международный статус и, самое главное, работает на таможенных терминалах наших крупнейших и в Риге, и в Терехово, и на других границах нашей страны. То есть это люди с большим опытом именно в таможне, поэтому мы Георгия Николаевича попросили поучаствовать в программе, и он любезно согласился. Итак, Георгий Николаевич, у нас уже конец года предыдущего и начало нынешнего был связан с тревожными новостями с британской границы, на которой из-за COVID-19 и новой там модификации вируса сложилась такая экстренная ситуация, застряла рыба, застряли продукты, сотни грузовиков выстроились в очереди, ну, то есть ситуация, которую мы наблюдали там, допустим, на наших границах когда-то в предрождественские дни, вдруг она перехлестнулась с британской границей, и, конечно, это для всех было, ну, как бы ожидаемым, но все-таки удивлением. Какова сейчас ситуация? С 1 января нужно декларировать товары, которые пересекают границу Британии. И очевидно, что ну, многие, хотя и получали предупреждение, что к этому надо подготовиться, все-таки подготовлены не были. Вот какие вести сейчас с границы, что происходит и что вы можете посоветовать компаниям, которые торгуют с Великобританией или отсылают туда товары? Да, Людмила Борисовна, вы совершенно правы. Действительно, много неожиданного оказалось. Хоть и предсказывали, что будут задержки. С одной стороны, что-то оказалось действительно ожидаемо, а что-то совершенно нет. И товары, которые идут в Великобританию, например, они проходят действительно достаточно быстро, без задержек границу Франции и оказываются в Британии, в Великобритании, без каких-либо задержек, поскольку таможенные системы между Европой и Британией, между Францией и Британией, достаточно четко работает. Она работает так же, как работала до Брексита. И больших проверок каких-то нет, за исключением тех товаров, которые могут быть в зоне риска или какие-то специальные разрешения, лицензии и так далее. И тем не менее, там происходит настолько быстрый контроль и проверка документов в Британии. Это минуты две сканирование, и дальше грузы отправляются получателю и на разгрузку. И в течение полугода получатель груза должен платить НДС, ПВН. Угу. В противном случае, конечно, будет расследование, штраф и так далее. Вот. Что касается выпуска грузов из Британии, вот тут получился настоящий затор и стоят машины. А проблема совсем, совершенно очень простая, потому что
все необходимо затамаживать, оформлять экспорт, и делать это физически некому. В Британии нет такого количества таможенных брокеров, и вот мой партнер в Британии, один из знакомых, который, к которому я обратился в поисках тоже какой-то помощи, он говорит, и не ищи, и не рассчитывай, потому что вот мне необходимо оформлять машины у нашего таможенного брокера. У него 200, это был понедельник, 200 машин стоит в очереди на оформление таможенных экспортов из Британии. Угу. Вот проблема большая, действительно. Проблема также возникла с отправкой грузов в Северную Ирландию. Вот такого рода проблемы, которые стоят сегодня перед перевозчиками, которые едут в Евросоюз. Ну, то есть получается, что это сейчас стало дорога в один конец. То есть в Британию въехать легко, из Британии выехать тяжело. А почему? То есть это европейская система, ну, как бы не подготовилась, не налажена. Они не подготовлены. Я вам только что сказал, что некому оформлять физически таможенные процедуры. Нет такого количества, у них не было такой необходимости отправление этих таможенных процедур в прошлом, и они просто оказались неподготовленными. Ну, подождите, если в Британию можно, ну, как бы эта дорога, в которой таможенный брокер сидит с обеих сторон, то есть британские... Система таможенного контроля, да, я вас понял, их система таможенного контроля была уже из третьих стран, грузов из третьих стран, была наложена таким образом, что большого контроля, как у нас, скажем, в Латвии. Угу. Никогда не было. Двухминутное сканирование грузов и далее в случае каких-то рисков проверка конкретная, а так это упрощенное декларирование применяется в большинстве случаев и в течение полгода уплата налогов. Угу. Причем налог только ПВН. Таможенная пошлина, как и с Норвегии было до сих пор, тоже сегодня не рассчитывается на таможенный налог между Европой и Британией, поэтому тут этих дополнительных платежей нет. Но различные акцизные налоги и так далее, это все должно рассчитываться, все эти должны учитываться. Да. Георгий Николаевич, значит, получается, что в Британию, ввозя товары, нужно уплатить только налог на добавленную стоимость, таможенные пошлины никакие не взимаются, да. А вот в обратном направлении какова ситуация? Точно такая же, на самом деле. Тоже только НДС должен уплачиваться и скажем, акцизные пошлины. Ну и, безусловно, должны быть какие-то специальные разрешения, лицензии, которые необходимы при перевозке продовольственных товаров. Ну, даже, скажем, проверка фитосанитарного контроля на такие, казалось бы, элементарные вещи, как палеты, это тоже фитосанитарный контроль. Это все будет у нас происходить и происходит, полагаю, на наших границах. А вот в Британии, ну, тут я говорю то, что я сегодня знаю. Скажите, пожалуйста, а как вообще, в принципе, может эта ситуация разрешаться? То есть, ну, такие компании, как ваша, начнут, допустим, подключаться к этой проблеме, к решению этой проблемы, оформлять ввоз товаров из Великобритании в Евросоюз и тем самым разгружать вот эти очереди на границах? Или пойдет морем, или как это все может решиться? При ввозе товаров, которые они уже введены в ЕС, проблемы растаможки, оформления таможенного нет никакого. Проблема именно на выходе из Британии. Там задержка, там стоят машины, там ждут таможенного оформления. Там именно это узкое место, которое оказалось неожиданным для всех. И, ну, скажем, мы... К сожалению, тоже не подумали об этом наша компания, о том, что, может быть, мы могли каким-то образом в этот
этот вопрос тоже, этот вопрос рассмотреть. Скажем, мы оформляем транзиты к эстонским границам, Финляндия, Польша, Литва, Латвия, естественно, из третьих стран. Про Великобританию мы не подумали. И сейчас как раз мы пытаемся разобраться в этом, есть ли возможность получить доступ в таможенную систему Британии, чтобы каким-то образом помочь нашим клиентам, которые оказались... Но это вопрос не одного дня и, может быть, даже не одного месяца. В Польше мы пробивались полтора года, чтобы получить доступ к таможенной системе Польши. Да. То есть... Здесь придется просто ждать. То есть в ближайшее время экспорт из Великобритании будет связан с большими какими-то осложнениями? Да, он таким образом. Наш партнер, которому мы оказываем, наш голландский таможенный партнер, которому мы оказываем услуги по растаможке грузов здесь в Латвии, к ним обратились, и он сказал, ну да, где-нибудь во втором квартале мы сможем вам помочь в этом вопросе, чтобы растаможить грузы в Британии. У них есть специалисты в Британии тоже. Я все-таки хочу понять, в чем проблема? Бюрократия Евросоюза не подготовилась или англичане не подготовились к экспорту своих товаров? Англичане не подготовились однозначно. Ага. Ну, они к себе впускают легко, а выпускают тяжело. Последние договоренности произошли только 24 декабря, когда решили, было принято решение о неприменении таможенной налоговой ставки и так далее. И теперь такой вопрос. Вот вы упомянули, что для того, чтобы начать работать в таможенной системе Польши, ваша компания «Айнда Логистика» потратила полтора года. Получается, что такое умозрительное представление у людей, что Евросоюз – это такая общая единая система, в которой свобода передвижения товаров, услуг гарантирована, на самом деле имеет внутренние границы, барьеры. И так просто выйти в третьи страны и начать там, допустим, оказывать услуги таможенного брокера невозможно. Это так? Да, каждая страна защищает свой рынок услуг. Ну, не каждая страна, скажем, Латвия предоставляет возможность оформления таможенных процедур и другим странам, скажем, литовские брокера и эстонские работают здесь совершенно свободно, заключив договор с службой госдоходов, имея, конечно, определенные гарантии на такого рода работу. Финляндия, Эстония тоже достаточно легко, и с Литвой мы в литовской таможенной системе мы работаем уже 15 больше лет. А, скажем, Польша, Германия, Франция более закрыты. Можно получить, никто не говорит нет. Но решение вопросов в течение, каждый вопрос рассматривается в течение месяца. Все это по электронной почте, там, все это гораздо сложнее и так далее. Что тут в Британии, пока еще мы пытаемся разобраться, вряд ли, конечно, но надежда должна быть. Еще один вопрос, может быть, который стоит обсудить, это вопрос посылок, но у нас есть звонок, давайте попробуем послушать радиослушателя. Добрый день, говорите. Алло. Вы в эфире, говорите, пожалуйста. Не получилось у нас принять звонок. Звоните в студию 672-12-93-9, 672-13-93-9. Если вы как-то связаны с торговлей с Великобританией, ну или вообще с торговлей теперешней европейской, то можете задавать вопросы. У нас на связи эксперт по логистике, по таможне Георгий Николаевич Манакалнделос, человек с очень большим опытом в этой сфере, так что на все ваши вопросы может ответить. Итак, у нас вопрос еще посылок. То есть получается, что сфера услуг, которой пользовались многие наши,
сограждане, которые эмигрировали или работают в Великобритании. То есть они посылали какие-то грузы, бусики курсировали между Латвией и Великобританией. Можно было, ну, буквально чуть ли не мебель перевозить, и все это было, так сказать, свободно, беспошлинно и так далее. Вот какова ситуация будет сейчас, с чем надо считаться людям, которые имеют родственников в Великобритании, хотели бы или регулярно им что-то посылают, или получают от них? Да, ситуация уже сложилась однозначно сложная, и многие курьерские службы приостановили свои услуги по доставке из Британии для того, чтобы уже как-то понять, как им дальше работать. Но главное, это вещь, которая сейчас происходит с отправкой посылок и получением их, это наши граждане Латвии, скажем, должны знать и понимать, что происходит. И посылки до 22 евро, объявленной стоимостью, не подлежат таможенному декларированию. А вот свыше 22 лат, однако 22 евро и 1 цент, это уже подлежит таможенному декларированию, и это необходимо, и это можно сделать самостоятельно каждому получателю посылок, зайдя на домашнюю страницу Латвийской почты. Там есть специальный раздел, достаточно, ну, называется упрощенное декларирование. Насколько оно упрощенное, это большой вопрос, поскольку разобраться в этом довольно сложно, и поэтому я советую, прежде чем начинать, ну, зайдя на сайт, позвонить на почту и получить там консультацию, каким образом декларировать. Все посылки, которые свыше 22 евро, их необходимо декларировать. Более того, я вам... Все посылки вообще или только из третьих стран? Из третьих стран. А Британия сегодня третья страна. Как и все, да. Все грузы должны замаживать. В отличие от других стран, это только не то, что товары не облагаются таможенной пошлиной. Как договорились в последний момент 24 декабря Евросоюз и Великобритания. А так вся эта третья страна, которая подлежит грузы, из которой подлежат контролю не только таможенному, но и фитосанитарный, и санитарный контроль, и лицензирование определенных видов товара, и опасные грузы, и так далее. Ну, то есть ваш совет тогда... Георгий Николаевич, тогда ваш совет отправителям посылок, что декларировать до 22 евро стоимость, или не, если надо, вы покупаете какой-то... До 22 евро не надо, на почте это должны выдавать. Ну, сам я не получил, поэтому не могу сказать. Но это без декларирования, видимо. Консультация на почте, у них есть куда обратиться, поэтому... Но после 22 евро все товары подлежат, все посылки подлежат декларированию. Ну хорошо, то есть получается, что сейчас будет, ну как бы, возрастать, наверное, спрос на таможенные склады в Латвии для того, чтобы, допустим, вот те же отправители, ну там, я не знаю, китайские товары, да, если вы заказываете напрямую в Китае, там на какой-нибудь Алибабе, то если вы раньше получали эту посылку и ничего, ну, не платили, вам не надо было ни стоять в очереди, ни оформлять какие-то декларации, то теперь, если вы напрямую заказываете в Китае, вам необходимо будет пройти вот эту процедуру, которая непростая, которая связана с каким-то... Это уже происходит какой-то период до Брексита. Это не связано с Брекситом. Эти процедуры уже оформляются в течение какого-то определенного времени. Почта подготовилась, и у них есть склады. Больше того, я хочу сказать и предупредить наших слушателей. С 1 июля все посылки
любой стоимости и до 22 евро, они все будут облагаться, они все должны будут растамаживаться, все будут проходить таможенное оформление. И если сегодня из третьих стран приходит стоимость товаров больше 22 евро миллион посылок, то с 1 июля таможенному оформлению будет подлежать 20 миллионов посылок, которые приходят в Латвию. 20 миллионов. И почта, насколько мне известно, готовится к этому объему, к этому шквалу посылок. Насколько они справятся с таможенным оформлением, это, конечно, большой вопрос. Более, что повышается... Ну, в 20 раз увеличение – это очень большое. В 20 раз увеличение. Эти посылки идут, они просто не облагаются пошлиной, не облагаются НДСом. А с 1 июля – это европейское правило, это не только на британские посылки, точно такое же правило будет распространяться. Это европейские требования. На всю нашу пространство. Бюджет. Надо получать бюджет Союза. Надо получать. Да. Набрали долгов, теперь надо где-то брать деньги. Давайте послушаем радиослушателя. Добрый день, говорите. Добрый день. Добрый день. Я хотел задать вопрос вот такой, да. Я хочу сам проехать в Австрию, на самом деле, условно говоря, в Австрию. Надеюсь, что ваш специалист подскажет, можно ли это сделать или нет, потому что в интернете я такой достоверной информации не нашел. Вот смотрите, мне удобный маршрут Литва, Польша, Словакия, Венгрия, Австрия, да. Вот. Может, я как курьер могу поехать, да, вот в связи с ковидом, какие ограничения, что меня там ожидает вообще при пересечении границы, главное при возвращении обратно. Ну, вы как частное лицо или вы с грузом едете? Нет, я как частное лицо, но, может быть, есть такой способ, что я возьму и повезу посылку от себя лично. Вот, в Австрию, в Англию или еще куда-то. Да? Я, например, в Риге встречал много иностранцев, даже цыганы из Румынии встречал, они как-то все пересекают границы. Как это сделать? Спасибо вам за вопрос, Георгий Николаевич. Какой ваш статус? Какое гражданство или уже... Ну, наверное, латвийский гражданин, ну или житель. Ну, здесь масса примеров того, как в Голландии не пустили в самолет, то есть в самолет в Голландии не пустили британцев, заявив, что у них нет необходимости какой-то срочной лететь в Голландию. То есть как раз на частные перевозки вот происходят какие-то запреты. Кто-то в Испанию не мог вылететь, хотя документы на то, что проживает там гражданка Великобритании, имеет там собственность и так далее. Тут как раз проблемы возникли большие, пока вообще не разбериха большая на самом деле происходит. Что конкретно с этим человеком, трудно сказать. Это надо ему заходить на различные ресурсы, где такая информация дается. Но, безусловно, ему, во-первых, необходимо... До сих пор по Европе можно было проехать от одного конца до другого на личном транспорте. Но с доказательством того, что есть... он прошел тест. Нет, у него отрицательный... То есть водители транспорта должны иметь при себе справку о том, что они прошли тест? Кстати говоря, на грузовом транспорте должен иметь при выезде и въезде в Евросоюз, и я думаю, полагаю, что и в Британии, тоже анализ и документы о том, что он прошел. Ну, то есть, то, что человек предполагает, что если он поедет, например, не просто так, по личной прихоти, а с каким-то грузом, ему не поможет, а наоборот, может осложнить его ситуацию. Вести, и на сайте, скажем, латвийской таможни есть перечень, даже на русском языке, есть перечень
вещей, которые он может вести с собой. Но это точно так же, как если мы едем из России. Но, скажем, продовольственный товар, тут надо понимать, что мясные продукты, молочные продукты, они запрещены на ввоз в Евросоюз, это уже много лет, и ситуация доходила на моих глазах до абсурда, когда немецкий путешественник, я возвращался из России, и буквально следом за ним стоял, у него был такой фургончик, я с ним разговаривался, смотрю, у него там по-русски написано, какие-то там, что он вот путешествует по России. Он мне говорит, я 3 месяца по России путешествую. В прошлом году я путешествовал юг-север, в этом году на восток куда-то ездил, 3 месяца. Возвращается он обратно, немецкий пенсионер. Да. Да. И дальше таможенный контроль. И я смотрю, как таможники заходят, там обшаривают несколько машин и выносят оттуда немецкие консервы, колбасы, все, что он запас на поездку на 3 месяца, чем он питался, ему еще до дому добраться надо, еще пока он в Германии доедет. У него все это выносят, он говорит, как, что, смотрите, это же... Нет, не имеете права. Такой же опыт, к сожалению, был и с нашими перевозчиками. Возим грузы своим транспортом в Россию, когда они всегда заправлялись провизией. И когда эти правила введены, наша там палмерская колбаса, там сыр, я не знаю, консервы рыбные, рыбу-то можно возить. Все это у них изымали, тем более, что это снаружи, там на кабине такой холодный шкаф, где таможенники знают, открывают, а там мясо. Все это отнимали. Они говорят, как, что это же наши еда, смотри, это латвийский продукт. Нет, все это, ну, якобы мусорный контейнер. Но... Так что, да, к этому тоже надо готовиться. И это тоже оказалось неожиданным для британских, и не только для британских, для перевозчиков, у которых снимали там бутерброды с колбасой. Но интересно, что голландцы, они решили, что они должны отнять от них, потому что оставят они датские бургеры им вручают после того, как изымают честный обмен. Да. У нас есть еще звонки. Давайте еще послушаем. Добрый день, говорите вы. Мы вас слушаем. Добрый день. Извините, я хотел уточнить. Да. Я гражданин Латвии, мне не надо никаких грузов везти, да? Я хочу просто сам переехать, попутешествовать по Евросоюзу, да? То есть вы полагаете, извините, я вас перебью, вы полагаете, что если вы будете ехать не просто по личному делу, а с поручением, то вам будет легче проехать? Да, письмо привезу, я не пользуюсь соцсетями, я письмо повезу, да? Личное письмо, да, понимаете? Да. Но как пересекать границы, да, и главное, как возвращаться, да, я там поеду, побуду там 10 дней, а возвращаться мне что, тоже где-то в каждой стране тест сделать, да, и много границ буду пересекать. Откуда вы хотите ехать? Вопрос. Из Латвии в Австрию? Или из Латвии в Голландию? Я только что сказал, что по Европе вы на личном транспорте можете ехать свободно, и об этом даже, когда бы какие-то в новостях каких-то об этом несколько раз уже повторялось и по ЛР-4, ну, Балком не уверен, что частным образом вы можете на своей машине путешествовать и ездить, и иметь, конечно, тест о отрицательном результате теста. Ну, да. Получается, что когда человек выехал, он сделал тест, поехал, 10 дней путешествовал, потом ему надо возвращаться в Латвию, ему надо снова сделать где-то тест, сделает? Если путешественник собирается останавливаться в какой-то стране, то у него, насколько я понимаю, но это немножечко другая тема, конечно, должен провести самоизоляцию в каждой этой стране, если он тут останавливается. Для вот так, такое, у меня такое представление, ну извините, это...
другая тема. Да, 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 понятно. Хорошо, давайте вернемся все-таки к посылкам. Хочется понять, значит, сейчас получается, что вот тот сервис, который получали латвийские жители и наши иммигранты, оказавшиеся в Великобритании с пересылкой, ну, каких-то домашних вещей, там, подарков и так далее, он весь попадает сейчас под таможенный контроль. И таким образом, ну, людям надо считаться с тем, что услуга эта будет намного дороже. Насколько это может быть дороже? И, ну, как бы, есть ли какой-то, ну, предел, до которого налогом на добавленную стоимость груз не облагается? Ведь если мы, допустим, летим самолетом, и у нас есть личные вещи в чемодане, нас же никто не просит заплатить за них НДС, а с посылками получается все по-другому. Вот что касается личных вещей, они тоже подлежат досмотру и из третьих стран. И если вы везете таможню, я сам был свидетелем, но не своего багажа, мой багаж не проверяли, но багаж моих коллег из Казахстана, Узбекистана, много ездим по выставкам и на переговоры, проверяли чемодан, поднимали, вскрывали, смотрели, просили открыть и проверяли, что и нет ли там неразрешенного ввоза. И если это личные вещи, у вас полный чемодан ваших рубашек, маек, брюк, трусов, конечно же, нашли бы мясной какой-то продукт, его бы изъяли, могло закончиться даже, ну, изымать штраф, конечно, да. Или алкоголь, литр алкоголя разрешен ввоз в Евросоюз крепкого, да. А забыл ваш вопрос. Да, поэтому о посылке, ну что там за Британию, я вам не могу сказать. А здесь это такие правила, они действуют уже какое-то время длительное, когда до 22 евро не облагается никаким налогом. А что касается ПВН, НДС, 20, что у нас, 21%? Да. От 22 евро 1 цента, это как товар, это как облагается налогом 21%. Ну, и это происходит уже сейчас на те страны. На страны, третьи страны. Из третьих стран, да. Британия – третья страна для нас. Да. С 1 июля… Снимается вот это ограничение 22 евро и будет с нуля, ну, как бы с 5 копеек, условно, будет облагаться НДС. С 1 копейки. Уже 1 копейка уже будет, 22 евро – 1 копейка. Это все будет облагаться, вся стоимость будет облагаться налогом. Вся стоимость… С 1 июля, евро, с 1 июля, да. Не с 22 евро будет облагаться, со всех, а… Со всех посылок. Со всех. Да. Угу. Сегодня только… с 22 евро. Но это на эту всю стоимость, на 22 евро 1 копейку, так я себе представляю. Да. Да. То есть, да, получается, да, что каждый человек, который через интернет заказал, ну, себе, я не знаю, электрическую лампочку или там башмаки, или, ну, я не знаю, какие-то материалы там для домашнего труда и так далее, должен будет считаться с тем, что при получении этой посылки он должен быть, во-первых, оформить декларацию, а во-вторых, заплатить после оформления этой декларации налог на добавленную стоимость на расчетную стоимость этой посылки. Ну, то есть, грубо говоря, 21%. Да. Да, только после этого можно будет получить свою посылку. Совершенно верно. Таким образом, наше государство будет получать новый поток налога на добавленную стоимость в свой бюджет. Да, конечно. Ну, нам же нужно пополнять, ну, конечно, логично все. Торговлю такую. Свидетельство о том, как где-то уже люди получали товары, которые, ну, в интернет-магазинах заказаны еще до вступления Британии, и уже платили какие-то достаточно существенные суммы дополнительные на получение этого товара. Ну, подробно сейчас не скажу, но факт в чем. Это был наверняка налог на добавленную стоимость, да. Угу.
Ну и плюс, конечно, возросла стоимость на доставку. Но если сегодня курьерские службы стоят, просто остановили, на сегодняшний день не знаю как, часа с 13-го уже должны возобновить, вот как я вижу ДПД, такое видео, да. Стоимость доставки. Ну, слушайте, вот мы читаем новости, что водители грузовиков в Кале начинают чувствовать эффект от Брексита. Они стоят в многочасовых, а то и многодневных очередях, и естественно, что, ну, во-первых, люди к этому не привыкли, во-вторых, пока они стоят в очереди, ничего не происходит, они только проедают какие-то деньги, и эти деньги, соответственно, кто-то должен компенсировать. Получается, что потребитель будет компенсировать эти возросшие затраты. Конечно, расценки, цены на тарифы на перевозки уже возросли еще в прошлом году, в декабре. Именно в сторону Великобритании? Я вам скажу, что та информация, которой я обладаю, и конкретно из своих рук, от своих партнеров и клиентов, такой ситуации нет. Машины идут без каких-либо остановок, задержек вот в том же Кале. Я вначале уже говорил о том, что система таможенная очень хорошо отлажена между Францией и Британией. Это европейская, но на самом деле там между каждой страной свои какие-то есть нюансы. И без задержек и в порту, и во Франции, и в Британии грузы регистрируются таможенной службой. Просто шофер подходит к окну таможенному, сдает транзитная декларация, понятно, да, изобретание на экспорт или экспортная, да, экспортная декларация. И дальше паром туда переезжает во Францию, опять же, в Британию, подает документ таможенное окно. Получает отметку. Да, и дальше отправка на разгрузку, и это то, что я знаю вот конкретно, вот буквально сегодня я еще раз связывался с перевозчиками, да, говорит, никаких проблем. Что это, вы знаете, интернет, это, не буду говорить, группы слов обидных, интернет, там много и разных неправильных сведений, неправильных. А почему же тогда стоимость перевозок может возрасти? Что, простите? Почему же тогда стоимость перевозок возросла, если все идет, в принципе, как по маслу? Если машина дальше идет, то есть возвращается из Германии с грузом из Британии и стоит там, как я говорил, 200 машин с понедельника моего партнера британского стояло, ждало очереди на затаможку, на оформление экспорта, это все то, что как раз способствует повышению цены. Так а кто виноват? Это британские таможенные власти виноваты, получается, или европейские? Там Британия, конечно, там они подготовились. То есть к себе впускают, от себя не выпускают? Некому делать декларации. Угу. Ну, понимаете, что сами отправители грузов, мало кто имеет декларантов, тем более, что у них не было этого опыта. Какие-то на экспорт, вот тот экспорт, который сегодня должен будет оформляться в Британии, в Европу, это 50, по-моему, больше 50% грузов, которые экспортировались из Великобритании до осмотра в Европу, да. Сегодня они должны проходить таможенный Ну да, вот по статистике в экспорт Великобритании в Евросоюз упал с 54% в 2002 году до 43% в 2019.
а доля импорта в Великобританию оценивается в 52% в 2019 году. Самые разные тут есть. Угу. Итак, если подытожить ситуацию, которая сегодня сложилась на границах, мы можем сказать, что появились некие проблемы с отправкой, получением грузов, с получением грузов из Великобритании, с отправкой вроде бы проблем нет, все идет свободно, как говорит Георгий Николаевич Манкандилос, руководитель компании «Анда Логистик» и это служба таможенных брокеров. Большие есть вопросы и проблемы с получением грузов из Великобритании именно в связи с тем, что внутри страны не хватает мощности для оформления таможенных деклараций на выпуск продуктов и товаров, продукции и товаров в Евросоюз. И нас уже сейчас ожидают проблемы с получением товаров, которые мы заказываем через интернет и получаем посылками. До 22 евро эти посылки не подлежат декларированию таможенному оформлению до 1 июля. Это я, так сказать, повторяю, подчеркиваю для наших радиослушателей, которые, может быть, хотели что-то заказать или заказывают, или регулярно получали, чтобы, может быть, они это учли в своих, так сказать, делах и, может быть, заблаговременно заказали нужные им вещи, чтобы получить их вот в эти первые полгода. Но даже не столько потому, что надо будет после 1 июля заплатить налог на добавленную стоимость на любую посылку из третьих стран, но в первую очередь мы, конечно, имеем в виду Китай, поскольку оттуда идет большой поток такой продукции. Вот. А с 1 июля все абсолютно посылки из третьих стран должны будут декларироваться. Это может вызвать серьезные задержки, наверное, с получением этих посылок, поскольку Латвия Спас, фактически должна будет увеличить мощности своих служб, которые занимаются оформлением и декларированием и получением налогов и пошлин на эти посылки, в 20 раз, потому что сегодня, на сегодняшний день, 1 миллион посылок подлежит декларированию, а с 1 июля будет подлежать декларированию 20 миллионов посылок. Это в 20 раз. Но, Георгий Николаевич, мы с вами давно знакомы по теме транзита и много раз обсуждали, так сказать, роль Латвии в этом бизнесе. Может ли получиться так, что в связи с тем, что привлекательность интернет-торговли для частных лиц фактически сводится на нет, она становится не опцией, не преимуществом, а фактически каким-то затруднением для частных лиц? Может ли возникнуть ситуация, когда те поставщики третьих стран, которые ранее пользовались преимуществами беспошлинного отправления своих посылок в Евросоюз, станут ли они открывать, может быть, у нас, например, в Латвии, какие-то свои склады, чтобы завозить уже оптом эти товары на эти склады и потом уже интернет-торговлю осуществлять с латвийского склада, чтобы человек, который потребитель, не сталкивался с этой необходимостью стоять на почте, морочить голову оформлением этих деклараций и так далее. Может ли это быть новой возможностью для нашего бизнеса? Совершенно правы. И это уже происходит. Китай уже открывает большие склады именно для такой торговли, интернет-торговли. Уже это происходит. И открывает она в Польше.
Польша как раз то место удобное, откуда дальше по Европе можно рассылать все эти товары. Не Латвия. Нет. Латвия, где она нас шире? Для нашей мечты. Буду грустно. А в Польше уже открывается высаженная. Причем это не прошлый год, это уже года три, как все это происходит, и вы совершенно правы, именно это будет происходить, и товары эти можно будет получать прямо из Европы, готовятся. Те большие большая интернет-торговля, она давно уже поняла, к чему надо готовиться, все это происходит совершенно верно. Так что в какой-то момент здесь, конечно, немножечко покупатели остановятся, смотрится, что происходит. Все так и есть. Ой, ну, опять ничего радостного вы нам не сказали. Я только хотела намекнуть, что Латвия может наконец-то на чем-то заработать. А вы говорите, что хитрые поляки и тут нас обскакали. Я хочу вас немножечко, не то чтобы порадовать себе, но достаточно большой поток грузов через Латвию идет. Скажем, мы, наше предприятие не остановилось, ни на один день не было. Было время, когда первые полмесяца января мы сидели без работы, грузы не шли, таможенный склад, который 24-й год уже существует, просто простаивался вниз с 4-го. Января работы или справляемся. Транзит, который оформляется у нас онлайн, удаленно и неудаленно на границе на Терехово, 24 часа в сутки сидят работники. Идут, возобновляется поток, грузы идут. Хорошо, в общем, вы работаете, и уже это радует. Да. Сегодня мы обсуждали проблему таможни. Вы, уважаемые радиослушатели, сможете прослушать эту программу снова в Ютубе. Она будет выставлена буквально через несколько часов в интернет. И напоминаю, что возникли уже некоторые проблемы с доставкой грузов из Великобритании в Евросоюз, и если вы с этим связаны, то вам надо это иметь в виду. Наши таможенные брокеры работают над тем, чтобы эту проблему решать. И для всех абсолютно очень важную информацию сказал сегодня наш гость Георгий Николаевич Манакандилос, что все посылки независимо от стоимости, с 1 июля нынешнего года будут облагаться налогом на добавленную стоимость в размере 21% от объявленной цены, если эти посылки пришли из третьих стран. В эфире сегодня у нас был Георгий Николаевич Манакандилос, руководитель компании А&А Логистика. Программу провела Людмила Прибыльская, звукорежиссер в студии Родион Золотарев. И всего вам доброго, до встречи через неделю в программе «Подоплёк». Будет Гунтис Белевич, бывший министр здравоохранения. Поговорим о вакцинации. День в день, час в час.